принесут этот набор еды. Мам, перекус до завтрака садись. Потом кашку сделаю. А где начало? Начало 0-0. Вот эти какого цвета? Эти классного. А точка где? А вот я здесь вот линию. Вот эта точка, поняла. А то мне так привязать. Вот так линию привязать. Это сидеть, а не лежать. Что ты говоришь? Ты же сидишь. Да, ты уже спрашивала. Ого, какая-то грязька, ничего себе. Вспомнилось, в каком-то фильме, забыла, про гонки что-то было. Там был афроамериканец, и когда он раздал задание друзьям по поводу гонок, он сказал: «Вау, я делегирую, значит, я начальник». Ну как? О да, можно листик? Данечка, мы не сможем так прочесть цифры, я тебе только что объясняла, как. Ноль. Давай. 0, 0, 1, 1, 0. Значит, это следует читать как 110.4. Округляем до 110. Оказывается, еще надо знать, кому делегируешь, а не просто делегировать. Мешай, он, видишь, тяжелое сейчас будет. Очень далеко спрятаны те счетчики. Как так? Вот так. Поэтому надо там разгрести пол кладовки. Коляску, может, отодвинешь, а может, вывезешь, как хочешь. Это макак. О, боже. Я, как пакет зацепился? 70, ничего себе. Итого, в ванне мы налили. Почти там не пользовались. 10 кубов холодный. 4 горячие, а вот в кухне, где мы принимали, в общем-то, ванну весь месяц, 3 недели, там налили мы 34 куба холодной. Тут 70. 70. Было 66. 4 горячие, очень странно. 4 горячие. Но это, наверное, потому что еще мастер носил ведра эти холодной воды из кухни. В общем, утро началось со снятия счетчиков. Не столько для того, чтобы быть законопослушными гражданами, а столько больше для того, чтобы занять мальчика Даню. Утро скоротали. Всем доброе утро. Добро пожаловать. Меня зовут Анна. У меня ревматоидный артрит. И сейчас я болею. И Вика тоже. У меня болит горло. Нету температуры, но я ночью выпила таблетку большую красную Нурофен. И сейчас только поймут, у кого есть ревматоидный артрит, что, судя по нему, я очень сильно болею. Сейчас поймете. Я могу даже прыгать. Я могу сидеть на корточках и делать приседания. Я могу быстро сжимать кулаки. Я уже намыла пол. Приготовила гречку. Собираю белье, я все могу делать, только у меня нет сил, потому что я болею. Ну, чтобы не обижать тех, у кого нет ревматоидного артрита, я объясняю. Когда организм болеет, он перекидывает, такая версия просто, свой иммунитет на болезнь и отпускает суставы. Поэтому суставы почти не болят. Чуть-чуть болят, капельку. Это вообще не считается. Так болят, как днем, а утром они должны болеть совсем по-другому. Я могу плясать, танцевать, что хотите делать, только сил не хватает, сердце выскакивает, дыхалка заканчивается. Поэтому Даня снимал счетчики. Я очень боюсь сейчас есть. Я ела банан, мне ужасно больно. Я ела лаваш, ужасно больно.
Тёма заказал вот такой сыр позавчера. Я так его ругала. Три вида сыра заказал. Захотел сыра ребенок. Но сегодня я очень рада, что есть этот сыр. Я попробую гречку, если будет очень больно. Но я потерплю. Я должна что-то поесть. Уже время поесть. И вот это мне не больно глотать. Я вчера ела. Он говорит, вот и ешь. А не ругайся. Я ругалась, потому что это ненормальные деньги. Лучше обычный сыр купить. У нас тепло, 21 градус. Открыт балкон, открыты все окна. И вы знаете, что я тут подумала? Какой некрасивый балкон. Вот я отдала, а в темноте не видно было. Он не весь взял кафель и обрезки не взял. А еще он уронил кафель у лифта. И мы вчера выходили, а он валяется. Он его не поднял. Скажите, а ты подняла? И я не подняла. Не поднять. Может, сегодня подниму. Так вот, балкон некрасивый. Что бы это значило? Для нормального человека это значит, ну, жалко, что некрасивый балкон. Но для меня это значит, что мы же тут хотим сидеть и отдыхать. И что же нам делать? Посчитать квадратные метры балкона. Ну, как вы думаете? Я так надеюсь, что их три. Три на самый дешевый кафель. Это совсем недорого. Поддержите меня, пожалуйста. Хорошая идея, правда? Я Тёме говорю, у меня есть идея. Он такой, так. Я говорю, мы еще не переезжаем. Он такой, уже хорошо. Я говорю, может быть, нам обновить балкон? Вкусно, гречка. Короче, я выпила половинку парацетамола, полежала полчасика, дети собрались, мы идем ловить солнышко. Так и пойду. А что? Как хочу, так и иду. Там есть кошечка. Она блестящая. Кошечка блестящая у меня на футболке. Я пытаюсь. Как ты себя чувствуешь? Плохо, но ничего, потеплю. Надо солнышко. Девочка несет мусор. Мальчик несет. Но я покатаюсь немножко на самокатике. Вся сила будет. Я даже его подняла. Давайте тебе жалость это самое давить. Улыбайся. Нечего ныть. Мяу. Веселая кошечка, пожалуйста. Еле-еле нашла кеды. Знала, что где-то есть обувь. Вот нашла новенькие. Я их покупала. Но слишком они были огромные. Там какая-то была скидка безумная. Я их купила. То сейчас собираемся. У меня аж сердце остановилось. Думаю, неужели ей надо покупать обувь? Мяу-мяу. Чего, кровь? Уже грохнулась. Да, конечно, сбой, если ты так с ним обращаешься. Хочу вам показать, кто-то решил технику обновить. Все выкидывают, вот так оставляют. Смотрите, чистые штучки для красок. И мотоцикл. У нас тоже такой был мотоцикл. Да, у Данечки был. Поехали. Тут лавочки так и просятся. Самое солнечное место. Все гуляют, играют. Вообще никого нету, кстати. Они вечером будут гулять. Тут рядом высоковольтная линия. Ну, я так понимаю, мы 100 метров от нее. И
Даже больше. Мы не в этой части дома, а дом длиннющий, мы в другой части дома. И лес, лес, лес. Ветер дует, воздух свежий. Я, в принципе, неплохо так иду. Даня боится на новом велосипеде ездить. Он остался в коридоре. В том году попробовал и упал, не смог затормозить. Он слишком высокий. Но я вижу, мальчики маленькие катаются на больших великах, чуть ли не взрослых. Как-то научились. Даня упал один раз, теперь даже не смотрит на него. Этот взяли. И этот-то не хотел брать вчера. Плакал там, что-то хныкал. Я говорю, бери давай, а то опять будет мороз. А почему Даня без сапки, а я с сапкой? Потому что ты болеешь, а Дани нет. Ну давайте, что остановились, так хорошо качались. Дайте сниму, как вы качаетесь. Мальчишкам, видишь, им не больно, они посильнее чуть-чуть. А ты девочка. Нет. Да, только мы все время плачем. А ты устала уже? Нет. И сопельки, и платочка нет. И курьер звонил, надо домой идти. Вот это счастье стоит 60 рублей за две основы, то есть 30 рублей. Сейчас мы пиццу забабахаем. Не знаешь, кто? Никто не ответил. Ага, здравствуйте. Бери, Дань. Давай. Это Лего? Не знаю. Спасибо. До свидания. Это тот конструктор от бабушки тебе. Сейчас принесу. Я боялась, что он тяжелый. Пошли туда, чтобы все смотрели. А то тебе будет... Я взяла. Пошли туда. Тёма будет смотреть и Вика. Вика, ровно сиди. Вдох. Спасибо, дорогая. А это порядок, чтобы был. Нету витамин. Да, пустую коробку прислали за 5000. Ну, чё там? Огломенный пакет. О, то есть ты должен их вскрыть, а потом положить уже по ячеечкам. Шестеренки. Ну, чё там есть? А где кнопка? Ну, открывай. О, похоже, вот тут. Открывай. О, мотор. Ура, у нас есть мотор. Смарт-хаб. И смарт-хаб есть, да ладно. Это самое главное. Только, пожалуйста, бережно ее вот сюда положи. Эта штука отдельно 3500 стоила, Тёма. Вот это отдельно где-то 1000. Вот сюда надо три батареи. Не терять ничего. А где кнопка? Положи. Не, уже бросил. Положи в ячейку. Пакет выкинуть. А у меня было кубики. Вот все электрические приборы тут лежат. Не знаю. Ну возьми вот так, я тебя сфоткаю, бабушке пошлю. Ну не поясничай. Так. Так. Окей. Так это внутрь машины надо? Ну, внутрь чего-нибудь. Внутрь чего-нибудь? А это не верно, это другая тема, да? Ну, это похоже. У меня в детстве очень сильно голова болела. А можно мне вот так? Мне тогда ангину поставили в школе. Мам, хочешь я тебе машину? И кладем ее вот сюда. Все, Вика отвечает за порядок. Вика за порядок, я за все. Да. Да. Такова жизнь. Нет, мне взялся. Так, пицца готова. Да. Тут два вида сыра получилось у меня.
И рассыпчатый, вот который три вида. И еще один кусочек нарезки. Но, по-моему, никто есть не хочет. А я есть не могу. Тут какая-то движуха. Кто-то скандалил на каком-то этаже. Что-то кидали вниз. Когда мы шли, сейчас пожарка приехала, полиция приехала. Короче, людям скучно. Я думаю, я им завидую, что они могут ругаться, они могут кричать. Я не могу, они могут кидать вещи. Им несложно брать вещи в руки. Счастливые люди. Сейчас их в полицию отвезут. Викочка, так не делают. Так, мне надо, чтобы сейчас перенесу. Короче, человек занят. Все, поехали. Где там наш New Balance? Дань, к балкону не подходи. Ага. Давай я открою на микрик. Можно закрыть балкон? Да, закрыть балкон. Пускай лучше тепло будет. Открой ему вверх. Да, да, вверх открою. Все равно может открыть. Дань, ну ты не подходи, не открывай. Ха-ха-ха, я забыла батарею выключить. Я ее на ночь включала. Мам, посмотри, я сейчас клеенки. Сейчас посмотрю, я не пойму, как... Что сделать? О, все. Так, Вику напрыскала. О. Себя напрыскала. Что там такое? Знаешь, клеенки? Вот для чего такие зубчики? Я сейчас покажу это. Они все, вот так сцеплены из-за одной, они клоуны. Я поняла. И перезвоню, если сможете подсказать название. Тебя сфоткать? Что тебе не дают перекусить даже? Это покислее с маракуйей, а это послаще. А это, я надеюсь, я смогу есть. Ну, что ты там сделал без нас? Да. С ума сойти. Убежал. Ты, наверное, сильно включил что-нибудь. Короче, Даня был один с Викой. Даже страшно представить. Кажется, 2 часа, да? Или 3? Или 2? Но я звонила ему 2 раза. Он был за старшего сперва. Дал слабинку и разрешил Вике. Что разрешил Вике? Мультики. Да, но потом я позвонила, и мы решили, что все ж таки надо спать. О, господи. Закрутилась мельница твоя, вертолет. Ой, господи, как запуталась сильно. И там успела запутаться? Ты подними, само распутается. Вот и все. Теперь идем. А я позвонила пульмонологу, он настаивает на лидокаине. В аптеке сказали, что они такого никогда не слышали. Ингаляцию с лидокаином не продали. Потом я еще раз позвонила, еще раз пришла. В общем, вот тут уже есть лидокаин, смотрите. Это я сейчас сосу. Мне кажется, уже легче, я такая впечатлительная. А это нужно 0,5 на одну ингаляцию. Так, а кое-кому не понравилась моя пицца. Это кое-кто будет пирог с капустой. Дань, ты проголодался или нет? Пока. Я как-то провела урок. Даня был один с Викой. Вика спала.
А потом после прогулки я тоже спала 2 часа. Это какой-то кошмар. Я уже сосала 2 стрепсиуса. 2. Пока не легче. Сейчас 20:44. Я попробую успеть в аптеку. Потому что мне очень плохо. Аптека до 9. А пульмонолог не брал трубку. Вот он сейчас взял трубку. Я понимаю, что после 2 таблеток Strepsils вообще ничего не изменилось. Я пыталась есть пюре с маслом. Побольше туда масла положила. Пюре из пачки, без комочков. Как будто я ем ежей. Реально, я сейчас ела ежей. Одна зрительница переслала мне сейчас 500 рублей. Я очень рада, потому что на аптеку я потратила недавно 1700. И сегодня еще, кажется, 800 рублей днем. Это был Strepsils и лидокаин. Это какие-то безумные деньги, реально. Аптека рядом. Мы тут как в деревне, она может закрыться раньше времени. Так, я успела. Я купила амоксициллин. Работница аптеки. Все еще спорный вопрос, фармацевт это или провизор. Она решила сострить. Говорит, рецепт. Я на нее так внушительно посмотрела и показала ей открытую переписку с пульмонологом в WhatsApp. Она на меня также выразительно смотрит. Я на нее опять выразительно смотрю. Я говорю, это не я себе прописала. Я говорю, амоксициллин или клоцит. Она говорит, так что вам надо? Я говорю, то что у вас есть, давайте начнем с амоксициллина. Короче, она решила выпендриться. Откуда взять антибиотик, если ты заболел, этот рецепт, если ты заболел? Где взять рецепт? Его так быстро не взять. Вообще первый раз спросили. 600 рублей это стоит. Слушайте, я одна на улице, это так интересно. Все, дети выросли, значит, я могу пойти спокойно. Нам принесли сегодня конструктор. Это подарок от бабушки. И Даня звонил бабушке. Они разговаривали по видео, но он не знает, о чем говорить. Потому что они не общаются. Но теперь будут общаться. Она попросила, раз у него есть телефон, присылать фотки Вики или картинки. И Вика сидит сейчас, фоткает свои картинки. Я верю в антибиотики. Я их не боюсь, я их обожаю. Единственное, что меня сейчас тормозило, это то, что я пью метотрексат. Но как раз сегодня я забыла выпить метотрексат. Сегодня вторник, я должна его пить по вторникам. Я забыла, и поэтому этот знак, надо выпить антибиотик. И следующий вторник, очевидно, я пропущу. Вот, ровно 7 дней я сейчас начну. Я уверена, завтра я смогу кушать. Сейчас не могла пюре кушать. Я, может быть, неотчетливо сказала. Я очень благодарю за то, что вы перевели мне деньги. Это очень-очень большая помощь. Потому что сейчас я заплатила сегодня квартплату. 6000, у нас совсем нету денег. Очень мало уроков. Одна моя ученица уехала на 2 недели в Беларусь кататься с семьей. И мы, конечно, можем продолжать уроки онлайн, но они хотят отдыхать и не хотят подстраивать планы и какие-то экскурсии или поезд под уроки. О, как больно говорить. Слушайте, я такой ангины не встречала, мне кажется, я не помню такого. Чтобы пюре без специй и без всего нельзя было глотать. И, кстати, ацидобифилин тоже щиплет. И йогурт щиплет. И все. Просто я хочу есть.